Всем привет! Привет! Мы летим в Прилетели мы в Сеул, сейчас 10 утра. Стыковка у нас со следующим самолетом 23 часа, практически сутки. И мы должны быть в Корее. Тут мы забронировали номер в самом аэропорту. Нас привезли, тут он неподалеку был от аэропорта. Как бы это считается территория аэропорта, то есть это не город. Но здесь, кстати, есть магазинчики, в которые я уже хочу пойти. Посмотреть, что там продают. Мы потому что не ели, да, не завтракали с Сарой, сейчас позавтракаем. Вот такой у нас номер. Блин, такой дорогой номер. Такая красивая ванная здесь. Причем, смотрите, сколько бутылочек, и они такие большие. Обычно, знаете, такие маленькие стоят. Душевая, это туалет. Туалет, извините. Короче, а с подмывалкой все началось. Видите, здесь как в Японии тоже. Кнопочки нажимаешь, он тебя моет. Я попросила в аэропорту, чтобы отель был с трансфером, потому что у меня миллион чемоданов. Я везу подарки родителям. В основном это еда, это капец какой-то. Вот честно, потому что, во-первых, я купила им еду, да, там разные заказы. Во-вторых, привезли еще 4 разных человека, наши друзья там, папины, мамины. Еще целые пакеты там с разной едой. И... как будто в Японии есть нечего. Я думаю, что нам надо с Сарой завалиться сейчас спать. Я просила, чтобы нам дали номер за 50 долларов какой-нибудь нашли. Они не нашли, сказали, таких нет. Номер обошелся нам в 100 долларов. Пипец, да? Саре в самолете подарили вот такую игрушку, она даже не открывала еще. Air Astana наша. Причем они вынесли под самый конец. Когда Сара уснула, мы проснулись, смотрим, на сиденье лежит вот эта игрушка. Ну давай, открывай вот. Дырявь. Вот там, ничего себе, какой подарок. Air Astana расщедрилась, да? Смотри, здесь у тебя для воды такая штучка, чтобы не забирали, а то они же любят забирать. Ой, даже карандашики маленькие есть, разукрашки. А что упало тут? Ой, Насар, ну ты как всегда. Это носочки. Оранжевый, это какая-то тематика, может такой мультик был, или енот, или может это символ Air Astana. А здесь погода, знаете, такая, как будто бы октябрь в Казахстане. Снега нет, все, в принципе, в таких кофточках, в курточках ходят. Мама говорила, что в Японии приблизительно такая же погода, но только у них выпал снег недавно. Кстати, кому интересно, на мне платье прикольное очень, мне так оно нравится. Эта расцветка, она вот сейчас в моде, но не в моде у нас в Казахстане. Чем-то напоминает мое пальто, вот это коричневое, надо его повесить. И очень оно длинное, ниже колен, и такое, знаете, как распашонка для беременных, самый раз, только я не беременная. Вот, и что еще? Ссылку на него могу оставить под видео. Мы, короче, с Сарой выспались, поспали часа 3, сейчас 5 часов вечера, мы хотим кушать, не знаем, куда пойти. Я вот так смотрю с окна, и здесь одни кафешки на корейском языке и супчики нарисованы. Я боюсь, что там меню будет все на корейском, что я не пойму, без картинок, что там продают. А? Салаты продают корейские. О, крабики. Крабики. Мы уже пришли в кафе. Мы нашли единственное место, где более-менее такая еда. Типа гриля, в общем, жаровни. Мясо нам сейчас принесут, и мы будем сами его жарить на вот такой штуке. Да? Вон подали нам мясо. Эй, пробуем. Сейчас дадут все. Зелень. Ого. Точно, у корейцев много еды всякой. Они, видите, вот столько салатов носят.
Мясо одно заказываешь, а они приносят много разной еды в тарелочках. Ничего себе! Мы с тобой лопнем. Тебе вот это можно есть точно. Салатик. О, вот они выкладывают нам сами. Видела? Сара готовит ему. Повар. Не острая, да? Мясо очень вкусное, сладкое, мраморное. Вот так их нужно заворачивать, мясо в листок. И есть. Порции, конечно, у них очень большие, но я бы не сказала, что я прям, знаете, объелась. Зелень присутствует, овощи присутствуют и мясо, да? Как бы рис не давали, поэтому ничего такого суперкалорийного я не съела. Вот, и опять чем-то пахнет. Пахнет едой, потому что здесь повсюду кафешки. Повсюду. И причем они едят сало, вот возле нас столики были, и там семьи сидели, они жарили тоже барбекю, как и мы. Они все заказывали мясо, я смотрела, с жиром, знаете, как будто сало с прослойками такими. Мы хотим этот мини-стоп зайти вот сейчас. Посмотреть, что там на завтрак есть. У нас завтра в 7 утра вылет. Не будет завтра завтрака, поэтому мы идем вот сюда, в супермаркет. Ой, а что, закрыто, что ли? А нет. Заходи. Здесь как в Японии, типа 7-11 там. Сара, что ты будешь завтра кушать, а? Сара, мы с тобой наелись этого мяса, теперь пришли еще чипсы едим, да? Истинные женщины. Ты что, мои ешь, да? Сара, Сара, посмотри сюда. Сара, стоим в очереди на регистрацию. Огромная очередь. Перевес у нас 10 килограмм. Саре принесли покушать в самолете, да? Так интересно, что там тебе принесли? Asiana Airlines. Это водичка запечатанная, да? Как ты думаешь, что здесь внутри? Я не знаю. О! Это не фу, это вон рис, видишь? Рис с макаронами. Да, Сара сказала, что она такое не любит. Покажи свое лицо. Фу, да, говоришь? Мясо, а снизу рис и грибы. А здесь что? Кориан. О, это этот острый чили, перец. У меня точно такое же, думаю, Сара. София, привет! Как зовут кота? Это Сёма. Сёма, мальчик. Семен. Мамочка, папочка. Сёма. Софийке, говорю, он похож на этого, на дракошку. На дракошу похож. Да, как ручить дракона. Помнишь, мультик, Сонь? Нет. Забыла просто. Ну, София взрослая, такая уже прям, да? Девчонка. Ну. Капец, ты выросла. Даже Карима сейчас увидит. Ну, а он когда придет домой? Когда обеда говорит. Кот вообще не боится ездить в машине. Мама говорит, он просится. Да, он очень обижается. Обижается, да? Смотри, Лёха. Ради, Сара. Я не кусайся. Прячется. Эй, ты что спрятался? Эй, ты что спрятался? Какой вид на Таяму, да? Это Таяма? Да, посмотри, Жень. А она бесплатная? Да. У нас же платная. Вот
Вон ковер. Тебе опять везет, а? С гейш. Не везет, а задор везет. А, вот мужская зеленая, женская розовая. Ну все, пока. Все, через... Мы приехали в баню, в Унсен, баня на минеральных источниках. Горячая, мы сидим сейчас на улице, очень клево. Спрятались от вас. Вот, вода горячая, минеральная. Сидим, и вот здесь вот такой вид классный на Таяму. Очень клево.